удачными, особенно пятицилиндровыми моторами, не дай бог шести, все это нужно будет срочно куда-то выкинуть, и, возможно, скидки. Но на вторичном рынке вы обречены на то, что ищете машину, поношенную кем-то, но поскольку она абсолютно реально бабская, возможно, что вы возьмете машину, которую девушка просто тихо приложила об телеграфный столб, либо об КамАЗ. То есть... Сука, блядь, ебаный, а? Пидорас. Ты была здесь, да,